Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и сегодня я объявляю один конкурс на игру Metro 2033 и на игру Metro Last Light Redux, то есть обновленные игры. Не скажу, что игра вышла совсем недавно, но она вышла и не очень-таки давно. Но все же, ребята, в честь того, что мы прошли уже первую часть этой игры, и сейчас мы, ребята, уже начали проходить вторую часть этой игры, я решил сделать такой конкурс на две этих отличных игры. Но, ребята, у нас будет два победителя, то есть один получит первую часть игры, другой получит вторую часть игры. Конечно, это не совсем так, как нужно, то есть если человек выиграл, то он должен пройти и первую, и вторую игру. Но, ребята, чтобы было больше победителей, я сделал так, что одну игру получает один человек, вторую второй человек. Но, ребята, большая просьба к вам. Если у вас слабый компьютер, то есть не то что слабый, но если он у вас не потянет метро, то не участвуйте, пожалуйста, в конкурсе, не участвуйте только ради того, чтобы выиграть эту игру и чтобы она у вас где-то валялась и вы с ней ничего не делали. Дайте тем людям, у которых нормальный компьютер, но нет возможности поиграть в лицензионную игру в Стиме, да, вы можете, конечно, ее скачать, но лицензия — это все-таки лицензия, да. Дайте поиграть другим игрокам, то есть если у вас слабый компьютер, не пишите, что вы участвуете, потому что как раз вы, например, если у вас слабый компьютер, вы можете выиграть эту игру, но у вас не будет возможности пройти ее. Поэтому, ребята, просьба, у кого слабый компьютер, не участвуйте, то есть дайте возможность тем, у кого есть возможность поиграть в эту игру, ребята. Начало конкурса у нас сегодня, то есть воскресенье, 21 сентября. А конец конкурса у нас будет через неделю, то есть конкурс будет ровно неделю. Через неделю у нас будет рандомный выбор двух победителей. Конец конкурса 28 октября. Сентября, какой октября? Активация, ребята, в Steam, то есть вы получите ключ с игрой, где вы его сможете активировать в вашем Steam, если, конечно, он у вас есть. И, в принципе, скачайте и сможете поиграть в эту игру. Условия конкурса, ребята. Первое — это подписка на мой канал. Второе — это поставить лайк на это видео. То есть вы поставите лайк. Третье, ребята, это в комментариях написать слово типа, что вы участвуете, да? И желательно, ребята, это оставить свои контакты, то есть имя в скайпе или же еще лучше ссылку ВКонтакте. Только не забывайте открыть свои сообщения, чтобы вам можно было написать, если вы, например, выиграете игру, да? И еще возможно это добавить меня в Стиме, то есть ссылку я оставлю в описании, чтобы вы сразу могли меня добавить в Стиме. Если вы, например, выиграете, то я вам сразу же в Стиме о том же напишу игру, если вы будете в нем, а не ВКонтакте. То есть на ваш выбор, какой контакт вы хотите оставить. Ну и четвертое, это, как я уже сказал, иметь в Стиме хороший компьютер, чтобы иметь возможность пройти эту игру без лагов, без этого всего, то есть спокойно пройти эту игру, ребята. Еще раз скажу, победителей будет два. Конкурс заканчивается сразу, ну как сразу, на следующей неделе. То есть ровно одну неделю у нас будет идти конкурс, ребята. Участвуйте, выполняйте все условия, как должно быть. Еще забыл сказать, что откройте свой фид, то есть чтобы можно было посмотреть, подписались ли вы и поставили ли вы лайк. И, ребята, участвуйте. Всем желаю удачи, всем за просмотр, всем удачи еще раз. И всем пока-пока.